комплект для тюнинга Land Cruiser 300. Именно в этот комплект входит масса элементов. Прежде всего, это полностью новый бампер, в котором новая решетка радиатора, вставки, юбки могут быть двух видов. Вот такого и чуть ниже. Также в этот комплект входит расширитель арок. Расширение можно поставить на автомобиль, на который не устанавливается бампер. То есть расширители можно ставить на любой Land Cruiser 300. Вот, пожалуйста, расширители задней части. Также входит, посмотрите, задний бампер. Вот с такими мощными элементами выхлопной системы, которые не фейк, а полностью делается новый выхлоп. Также, если вы уже заметили, здесь есть фаркоп, который работает. Все работает идеально. То же самое и с левой стороны. Посмотрите, бампер более агрессивный, чем штатный. Расширители. Ну и опять переходим к передней части автомобиля. Вся эта продукция предоставляется компании Renegade. И все это вы можете посмотреть, пощупать, оформить заказ и полностью поставить на автомобиль в центре авторестайлинга БГТ в Москве, который находится возле Москва-Сити.